Здравствуйте, вы на канале Свет 7. Нет, это у нас не апокалипсис. Это мы пытались собрать люстру, на которую мы сегодня будем делать обзор. Это Favorite, производитель Германии, из коллекции Эймер на 6 лампочек. Вот, пожалуйста, можете посмотреть. Две я прикрепила, остальные вот во всей красе. Что можно сказать про эту люстру? Она большая. Размер люстры, высота 430 мм, диаметр. То есть, если мы установим все 6 плафонов, диаметр будет составлять 1000 мм. Используемые лампочки. Цоколь Е14. Лампочку можно использовать светодиодную, накаливание, энергосберегающую. Тут уже по вашему желанию. Материал люстры металл. В комплекте идут вот такие вот металлические палочки. Одна из них прикрепляется вот к такому колечку, а другая вставляется вот в этот вот грузик, который идет в комплекте. Наше основание. Давайте тоже его измерим. Диаметр составляет 12 сантиметров. И для саморезов у нас оставлены вот эти два отверстия. И от середины до края по 4 сантиметра. Эта люстра предназначена для основного освещения, так как целых 6 плафонов. Думаю, их достаточно, чтобы осветить целую комнату. Сейчас очень популярны модели на 5 рожков, но тут 6. 5, почти 6. Еще такого белого цвета. Плафон, кстати, тоже металлический, то есть не стекло, ничего. Вот, сейчас мы вставим в один из наших плафонов лампочку и посмотрим, как будет светить данная люстра. Так, вот мы подключили один наш плафон к сети, вставили одну лампочку. Вот, пожалуйста, можете убедиться, что достаточно ярко светит. А теперь представьте, что таких будет 6. Все вот эти вот, все они будут гореть. Так что точно осветит достаточно большую площадь, то есть для спальни или для гостиной. Будет очень даже неплохим вариантом. В комплекте также идет подробная инструкция, и как раз таки я вот вам и показала, как крепятся плафоны друг напротив друга. Степень пылевлагозащиты у этой люстры IP20. Материал металл, ну вроде бы я об этом уже говорила. Люстра на 6 рожков в вашу гостиную или вашу спальню. Цвет достаточно универсальный, светлый. Подойдет для каких-нибудь современных интерьеров. Вот, если вам понравилась эта люстра Favorite, пожалуйста, переходите по ссылке, которую вы найдете в описании к этому видео. И скорее заказывайте и приобретайте эту люстру у нас. Тем более на нее сейчас идет специальная цена. Спасибо вам огромное за внимание. Надеемся, вам понравилось это видео. И всем до свидания.